Скажите, пожалуйста, кисочка, какая муха укусила весь прекрасный пол? Прежде в этом городе все были такие нравственные, такие добродетельные, а теперь одна барышня с офицером бежала, другая уехала с актером и так далее, и так далее. Целая эпидемия. Неужели это влияние железной дороги? Да. Все, что говорят, это правда. От мужа уехала с актером моя двоюродная сестра, Соня. Конечно, это нехорошо. Каждый человек, он должен терпеть то, что ему от судьбы положено, но обстоятельства, они иногда бывают сильнее человека. Это так, кисочка. Но какие обстоятельства могли народить целую эпидемию? Ну, очень просто и понятно. У нас интеллигентным девушкам и женщинам деваться некуда. Жить целями и идеями, как мужчины живут. Ну, не каждый может. Надо выходить замуж. А за кого прикажете? Вы, мальчики, заканчиваете курс в гимназии и уезжаете в университет, чтобы больше уже никогда не возвращаться в родной город. Да. А девочки остаются. За кого же им выходить? Вот и выходят. Бог знает за кого. За разных маклеров, которые только и умеют, что пить да в клубе скандальничать. Да, Николай Настасьевич, женщины пьют чаще, чем вы думаете. Если так, зачем же замуж идти? Вот все смеются над Соней. Все. За то, что она бежала, да еще с актером. Но если бы ей в душу заглянули, то не смеялись бы. Ой, Николай Настасьевич, если я на вас навеваю тоску, и вы устали, то скажите запросто. Нет-нет, раз устали, так идите. Идите. Мы все устали. От рабства, от лицемерия. Все.